Гроші на них теж. Я боюсь, що це може бути. А ви бачите, що чекун може взяти з колоди? Він може взяти з колоди, якщо получить. А ви бачите, що вже карту сені, вже 5 для куска, 7 рочки. Треба допомагати. Архітектор 7 рочки. Зочить. Змій. Kill somebody. Блин, Макс, и так уже три карты, он еще архитектор взял. Еще и дешево можно построить. Еще берешь? Да. Ну, я беру, сколько, четыре возных вот взятых. А, смотри, ты берешь две, из них можешь выбрать одну, это еще две стандартные, а две ты берешь в конце. То есть, а, в конце. Да, то есть когда твой ход будет закончен. Макс набирает карты. По-моему, тебе золото треба. По-моему, тебе золото треба, а не карты. Треба. А Макс коллекционирует карты. И ждет джекуна. Чтобы поделиться. Вот, это как себе. Я могу так знать, а потом завтра подивимся. Что же там было на самом деле? Если там что-то видно будет. Да, так то есть подниматься. Ну и можно взять еще две карты, если хочешь. Итого у Макса на руках уже 6. Кто берет джекуна? Как получится? Теперь навигатор. Берешь 4 монетки. Да, берешь 4 монетки, но и можешь либо еще 2, либо одну из двух. Берешь 2. Я еще не понимаю. Начальник убили. А так его и не было, да? Да, его походу и не было. О! Печаль, слушай, а? Рип. Да. Строишь? А, я могу, да? Не-не-не, она не может. Это штрих. Все, да. Ну что, короля никто, потому что Максим короля. Максим теперь по жизни. Сначала по жизни, потом смерть, потом снова по жизни. Это только как? Персонажи все здоровы? Почти все.